Тестер аудиопроцессора – это особый инструмент, использующийся для выявления наиболее распространенных проблем с аудиопроцессором. Для выявления неисправности при помощи тестера аудиопроцессора вы должны включить свой Sonnet. Разместите DL-передатчик под тестером аудиопроцессора, плоской стороной к тестеру. Говорите в микрофоны Sonnet. Световой индикатор тестера должен мигать в такт вашей речи. Если это не так, увеличьте громкость процессора и повторите прием с подаванием звука на микрофоны. Если световой индикатор не мигает, замените батареи и повторите прием с подаванием звука на микрофоны. Если световой индикатор по-прежнему не мигает, замените кабель передатчика. Если ваш Sonnet все еще не работает, или если вам требуется немедленная помощь, свяжитесь с вашим центром кохлеарной имплантации.